Артур, ты скажешь что-нибудь? Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Всех с Новым годом, да? Мэри Кристмас. Мэри Кристмас. Здравствуйте, дети! Да, кто меня звал? Это я, Карабас-Барабас. Слушай, как вы, девочки? У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слава. Откуда? От Рюбрёда. Что вам надо? Шоколад. А много ли вам прислать? Много должны или 6, или 5. Будешь с нами играть? Да. Хорошо. Следующая игра будет стульчики. Я буду задавать вопросы, а потом к тебе. Кто ответит на три вопроса, тот и настоящий. Раз, два, три. Затком не шило. Только шкурка на солнце. Пошел домой. Стоп. Испугался медведь и бросит. Смоляной бычок. Отклонил лапку и прилип. Ай-яй. Заплакал зайчик полегающий. А бычок топ. Привел его домой. Вот молодец бычок, говорит дедушка. Сошью теперь Танюшке. Рука. И поздравляю с Новым годом. Такие большие на радость мамы и папы. Да. Его наряд, как фонарик кидает. С Новым годом! Поздравляйте! Молодец! Классные, молодцы. Кто уже? Ура! Кольфа! Оринтер. С Новым годом, зайца. Зайца или кролик? Привет. Всем организаторам большое спасибо. Ой, у нас тут тоже туша. От растающего поколения берем интервью. Привет, да? Привет. Видишь себя? Да. Молодец. Давай. С наступающими вас праздниками. Вы куда-то посередине. Я желаю вам счастливого, как сказать, Нового года. Справить хорошо Новый год. И счастья вам в Новом году. Все, что было в старом году плохое, все забылось и осталось. Но все хорошее заберите с собой в Новый год. Нет, я имею в виду.